Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Days Gone. Перед началом хотелось бы сказать следующее, то что как раз таки вышел патчик вчера вечером очередной, вполне возможно он поправил какие-то фризы, но одно могу сказать, стартовая загрузка, которая длится просто целую вечность, короче, не стала, к величайшему сожалению. Итак, давайте-ка быстренько узнаем, что у нас сейчас активно за заданием. Во-первых, у нас есть неподалеку засадный лагерь в Беркрик. Можно его зачистить. Я думаю, давайте этим тоже займемся. Потом еще есть трофейная охота и еще одно задание, я помню. Вот оно как. Догнать черный вертолет Нера. Давайте узнаем, где он находится. Это вот получается делается вот так вот, правильно? Вот здесь. Хорошо, у нас по пути, ребята, у нас по пути находится лагерь. Давайте сделаем так. Мы поедем, заедем в лагерь. А потом двинем дальше за вертолетом Неро, и, возможно, мы узнаем еще какую-то информацию о фрикерах. И мне интересно, на самом деле, знаете, что еще сделать? Сгонять в ту пещеру, которую они исследовали. Вполне вероятно, что там реально гигантская стая фрикеров находится, потому что, насколько я понял, та стая, которую мы встретили, она прям малюсенькая совсем. Вот, есть стаи гораздо больше, и посмотреть, реально ли там, ну, в этой пещере есть... Такое огромное количество фрикеров. Ладно, короче, давайте, буду на месте, включусь. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Сегодня я думал, с чего все началось. А началось даже со Второй мировой. В 47-м федералы приняли этот, как они его назвали, закон о национальной безопасности. А этим бессовестным законом они нагло присвоили себе право в любой момент взять под свой контроль железные дороги, автодороги, радио, да все, что им будет угодно. Теперь федералов нет, а мы все еще здесь. Несем миру свет правды. Правда в том, что я все знал. Уже много лет назад были фотолагеря смерти Нера, которые строили для нас, граждан Америки. Если бы хоть кто-то возмутился, ничего этого не было бы. И знаете что? Это не повторится. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Ну, в одном ты был прав, Коу. Все эти лагеря Неро действительно оказались лагерями смерти. Только не в том смысле, в каком ты думал. Ну, я уже на месте. Одно могу сказать, фризов во время покатушек на мотоцикле стало меньше. Вот это да, мне кажется, что это именно так, ребят. Не знаю, я еще покатаюсь, но на первый взгляд реально эту проблему слегка пофиксили. Фризы еще есть, но опять же, они стали меньше. Что круто. Так, что будем делать? Что у меня тут за болты-то есть? Пепельный болт и обычный. Я лучше обычный. Стоп, подожди, особый? А, ну все, да, просто обычный болт у меня есть. Смотрим, вон у нас снайпер, нужно добраться до него и сразу его шлепнуть, потому что он очень опасный противник. Я думаю, давайте сначала именно его. Ну, мы стреляем на поражение, написано. Ну, конечно, да, здесь очень много охраны. Пускай он отвернется, потому что он также, насколько мы с вами знаем... Точнее, заметили, поворачивается также и в другую сторону. Но что-то пока он смотрит прям вот сюда. Дружище, давай-ка ты, может быть, как-то это... Либо мы можем еще немножко обойти. Я думаю, что вот здесь он меня не заметит. Сейчас тихонечко, тихонечко давай сюда. Тут, я так понимаю, фрикеры, они их повесили, да? Наверное, чтобы отпугнуть тех, кто придет. И сейчас будет забавно, если один из фрикеров будет жив. Сборище убийц. Нужно перебить всех до последнего. Да. Ну я как чувствовал просто. Теперь смотрим, ребят, давайте по стелсу. В этот раз давайте по стелсу. У нас впереди, вон, вижу одного. Справа вижу одного.
Их здесь 15, ребята. Я тебя понял, будет непросто. Стоп. Черт, патронов мало. Один готов. Там еще один слева. Давай сейчас к этому подойдем. Быстрее, быстрее, быстрее. Пригодится. Там слева один, я точно знаю. Он отвернулся быстрее. Кто это был? У нас получается вот там двое сразу. Здесь кто-то есть. Тихо, давай за этим. Пока идем довольно неплохо, ребята. Пока неплохо. Он смотрит на меня. Нет, 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 ждем. Я уже четверых, но там их еще 11, ребята. Это слишком много. Вон еще один. Любите убивать намадов, да? А как вот такое? Готов? Тихо, тихо, тихо. Давай его осмотрим. Пригодится. Два лома. Я там тех еще не осматривал. Можно это сделать. Я думаю, там лишним не будет точно. Еще 9. Но пока идем довольно неплохо, должен признаться. Пока вроде никого мертвого не увидели. Потом можно еще дом облутать. Я думаю, там что-то интересное все-таки лежит. Ну, не может быть не интересное, но полезное точно. Всегда нужно. Куда-то он ушел, слушайте. Вон, вижу, идет, стоп. Чё, что-то увидел? Нет? Может, нахер пойдешь? Готов, но анимации так нормально сделали, я смотрю. Давай, наверное, залезем пока что в здание. Тут кто-то есть внутри. Судя по отметке. Так, смотри, глушитель. А патронов-то нет. Ха-ха-ха, хорошо, я тебя понял. Есть какая-то хрень. Очередная коллекционная. О пользе горячих источников курорта Беркрик. В туалете никого? Лом. Но вот наверху точно кто-то есть. Давай аккуратненько. Если что, у меня по идее есть нож. Я смогу его прирезать. Готов? Это все забираем? Это я заберу. Да блин, стой, забирай керосин. Там еще вон, смотрите, у нас есть чемодан. Может, что-то полезное есть? А, бутылка, просто бутылка. Прискорбно. Но здесь вроде как все, ребят. Давайте спускаться и сейчас тихонечко там продолжим зачищать. Осталось их буквально еще 7. Большую часть я уже положил. Там еще был автомобиль, слушайте. Так, аптечку я забираю. Там еще был автомобиль, его тоже, по идее, можно облутать. Вот, лом, отлично. 3 штука. И вот что-то еще здесь.
аптечек. Аптечка очередная, но у меня просто нет места уже. К сожалению. Еще есть канистра, она может мне пригодиться, я потом ее с собой возьму. Запомним, что она здесь. Там еще вон справа снизу толпа есть. Сейчас этого, я думаю, с арбалета положу. Или, может быть, подойду просто. Да нет, я подойду просто и положу его. Давай, товарищ. Смотри, у него винтовочка неплохая, судя по всему. Проникающая способность. Некоторые виды оружия настолько мощны, что выпущенные из них пули пробивают противников насквозь. При стрельбе из снайперских винтовок или других видов мощного оружия старайтесь подгадать момент так, чтобы на одной линии с целью находились другие противники. Так вы сможете нанести максимальный урон. Прикольно. Прикольно, ребята. Ладно. Погоди, это я арбалет выкинул? О, как это дополнительное оружие. Или погоди, стоп, я могу поменять. Нет, слушайте, ну давайте поменяем, пофигу. Если что, у меня как тихое оружие будет именно пистолет с глушителем. Осталось еще, ребята, 6. Справа никого не видать? Давай тихонько... Стоп! Есть? Пока неплохо идем, но все может пойти по одному месту, к величайшему сожалению. Но я постараюсь сделать так, чтобы этого не произошло. Вон еще одного вижу. И еще один. Это еще что? Хороший удар в голову был, конечно, очень хороший. Вон еще слева есть кто-то? Слева я не вижу, а вот справа да. У меня там глушитель, как вообще? Погоди, глушитель, еще все нормально. А где еще противники? Что-то я как-то не вижу. Их должно быть еще трое. Сейчас внимательно смотрим по сторонам. Есть один, да. И еще где-то вот там, ребята. Наверное, он выше. Последний, по идее. Нет, еще двое, еще двое. Где-то вот... Вот он. На... Она. И еще сзади кто-то есть. Прекрасно. Слушайте, прям сегодня что-то... проснулся во мне Solid Snake. Тихо. Главное сейчас, чтобы эта тварь меня не спалила. А то этого бы очень не хотелось, потому что мы очень хорошо идем. По крайней мере, пока. Все, отбрыкались. Все. Нравится, когда на вас нападают из-под тишка, а? Ублюдки долбаные. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Мы будто снова оказались на Диком Западе. И многие делают вид, что закон и порядок остались в прошлом. Но насколько я знаю, мы по-прежнему в Соединенных Штатах Америки. А в этой стране... Право собственности непоколебимо. Мы имеем право на эту территорию. Жить на ней и защищать ее. Да, когда-то мы забрали ее у индейцев. Историю не перепишешь. Но мы забрали ее силой. И только сила поможет нам сейчас двигаться вперед. Мы не склонимся перед бандитами. Если федералы, упокоители или мародеры решили, что могут хозяйничать на моей территории... Их ждет разочарование. Выживают сильнейшие. И побеждают сильнейшие. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже ты мой, закон и порядок — это все уже в прошлом. Что ты несешь? А, ну хотя ты верно заметил. Если хочешь теперь чего-то добиться, нужна сила. Сила и куча патронов. Ну ладно.
Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Вот только где он? Что-то, честно говоря, я пока понять этого не могу. О, ребят, нашел. Вот он, люк. Бункер, да, вот он. Вот, смотрите, где показываю. Вот там дом, видите, да? Ну, ориентиры, я надеюсь, если кому-то это вдруг нужно, вы поняли, какие. Поехали вниз. Что-нибудь полезное найду, нет? Есть какие-то чертежи, по всей видимости. А, карта. Западный лагерь, Bear Creek, все, да. Охотник на засады. 14% уже, ребята, пройдено. Новый рецепт у нас — стимулирующая микстура. Это что? Круть. Инструкция. Да, это мне пригодится. А что за стимулирующая микстура, смотрите. Не могу создать, нужна ягода, только я, честно говоря, не совсем понимаю, что это такое. Нужно глянуть описание, ребята. Здесь ни хрена нет, и больше ничего, правильно? Все забрал? Ну и больше ничего не вижу. Ладно, ребят, я отправляюсь по сюжетному заданию к вертолетам Неро. Давайте, ребята, посмотрим, что же там они ищут. Так, главное не потерять из виду, хотя я думаю, что это вряд ли можно сделать. О, клыкачи, счет. Один есть. Что за клыкачи, хер его знает? Понятия не имею, но они, судя по всему, очень опасные. Сука! Быстрее, ну! Стой, да, все норм, я жив, ребят, все хорошо пока что. Погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. И что делать? Подъезжать или нет? Уходим! Быстро!
Все назад! Господи, там что, орда? Нихера себе. Ну-ка посмотрим, что тут после вас осталось. А, пускай сначала эта толпа уйдет отсюда нахрен. Теперь придется заниматься той мелочью, да? С чем я там по патронам? 2 патрона всего есть. А, придется, видимо, как обычно, ножичком или в рукопашную. Да? Ну ладно, давайте развлекаться, я думаю. Так, давай по кустикам, товарищи. Ну что-то их, конечно, дохера. Чего делать-то будем? Они там просто в одной стороне тусуются. Я смогу их раскидать, то есть, как бы, хотелось бы, конечно, сделать это потише и сэкономить патроны и аптечки. Есть. Спокуха. Спокуха, товарищи. Ушко забираем. Отходим. Получается, у нас еще 2 или 3, хрен его знает. Вроде 3, по-моему, 3. Пускай один ко мне подойдет. Ой, черт, стоять. Все, чисто. Вроде как чисто. Ну, слава богу. Что у нас вот здесь? Давайте сначала начнем с ящиков. Патроны и... Ну, бинт. Ну, нафиг не нужен, если честно. Стоп, показалось. Дай, мелкий говнюк! Гаденыш, это мое! А, наконец-то! Господи, вот прыткие мерзавцы! Так что они делают? Я, короче, сам не понял. Походу, фриков пасут. Они держали шакала в аркане, как будто хотели прикрепить к нему трекер, что ли. Чего? В каком смысле пасут? Ну, типа, изучают. Ловят образцы какие-то, берут и выпускают. Типа, как биологи на Discovery. К ним фрики подвалили, эти сразу свалили. Снарягу оставили, рацию. Стой, ты же не думаешь, что Сара... Нет, не, я не знаю. Я просто... И он жив, Бухарь, жив. О'Брайен, один из них, из Неро. Я просто их выслежу. Ну, постараюсь. Я хочу добиться ответов. Черт. Ладно. Я скоро уже смогу ездить. Я помогу тебе. Если этот гад жив, мы его найдем. Из-под земли достанем. Еще поговорим потом. Конец связи. Ну, О'Брайен, и где же ты? Привет. Здрасте. Я тут заблудился. Может, вы подскажете? Ты
Ты тут заблудился? Да, я ищу Old Bell на провод, но тут что-то ни одного указателя. Слушай, ты что, издеваешься? Нет. Что? В чем дело? Что? А, круто. Ну просто зашибись. Ну зашибись. Просто класс. Так что, подскажете? Что? Извини, понятия не имею, где этот Белнук, Белнак или как его Белнап. Там. Белнап. Белнап, да, вот это. Я не знаю, что это и где, ничем не могу помочь. Значит, нет. Нет. А, ну, хорошего дня. Эй! Вот ведь. Можешь тебя подвезти? Да, будь добр. Рада, что ты наконец догадался. Я сам. Я Дикон. Оу, пардон, неловко вышло. А как мне сесть на эту хреновину? Ну, это должно быть очевидно. Просто... Перекинь ногу. А, ладно. Сейчас. Села. Эй! Держись крепче. Большое тебе спасибо. Нет проблем. Просто оказалась в отрыве от цивилизации. Да ладно, есть тут цивилизация. Вот рядом Крейзи Уиллис, а еще... Ну, я в смысле, что сеть не ловит. Я так и понял. А, ясно. Ну, ладно. И что такая красивая девушка забыла в таком месте? Знаешь, сама задаюсь этим вопросом. Я провожу исследования. Ну, изучаю всякое... Спасибо, а то я не знал, что такое исследование. Извини, я изучаю растения. Изучаешь растения? Да. Жива. Да, нам повезло. Эй, точно все нормально? Да, все нормально, просто... Господи. Эй, да тут и сеть. Привет. Да, все в порядке, но... Это твоя машина, это реально корыто. Эвакуатор нужен. И она... Я не знаю, где-то... Я не знаю, Трасса где. 42. Трасса 42. Да, около мили проехала. Ну ладно, до скорого. Мы поехали назад к машине и будем ждать эвакуатор. Я не знаю. Ну ладно, не вопрос. Когда те парни вернутся, они будут рады тебя подвезти. Так, хорошо. Ладно, только дай отдышаться. Они вернутся в любой ладно, момент. Ладно, ладно, все, поехали. Только на этот раз поосторожнее. Ты же на самом деле не заблудился, да? Это как посмотреть. Вот бывшая моя тебе скажет, что я давно заблудший. Ну, тут ты явно все дороги знаешь. А ты, значит, не местная? Нет, я из Сиэтла. Компания, в которой я работаю, открыла тут лабораторию, и... Вот я переехала в это захолустье. Чтобы изучать растения. Точно. Ну да, я ведь уже сказала. В общем, наша компания проводит исследования для одной биомедицинской фирмы. И некоторые из растений, с которыми я работаю, довольно редкие. И они растут здесь. Ничего приятнее я в жизни не слышал. О, да вы охренели. Клин, у нас тут гости. Черт. Ха!
Ох, черт, уворачиваться, ребят, нельзя, сразу говорю. Ух. Кривовато сделано, на самом деле. Ну что, поумнел? Кто это у нас? Я большой злой байкер. Я шиму еще раз. Ну что, да, брат, нравится? Посмотри, давай, вломи ему. Уже не такой вломи. Крутой, да? Ты, я смотрю, намеков не понимаешь. О, неплохо. Да. Сейчас мы его получим. Он у нас все поймет. Что, нравится? Да, вот так. Ну нахер валим отсюда. О, Господи. Ой, мамочки. Не-не-не-не. Мамочки. Эй. Извини, пожалуйста, да, я тихо, не знала. Тихо. Я просто глянула в твою сумку. Да, все нормально. Увидела и подумала, я же могла кого-нибудь убить. Ну. Господи. Для этого тебе пришлось бы как минимум прицелиться. Я никогда ничего такого не делала. Эй, все в порядке. Я они уже свалили. Это в твоей сумке. Ты молодец. Я пыталась. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Связи не было. Мы сядем здесь и будем ждать твоего парня. Ладно. Спасибо. Я никогда такого не делала. Да? А так не скажешь. Правда? Не, забавно. Единственное, только зря они, конечно, дали управление в момент драки. Это не нужно было делать. Очень-очень убого сделано. Лучше это было вот именно в катсцене обыграть, и все. В целом, как бы, ну, прикольно. То есть, там, как он подкатил, довольно забавно улыбнула сама по себе сцена. Ну, и показали, как бы, да, с чего начались их отношения. Интересно. Такая красивая девушка. Я помню 19%. Ну что дальше делаем? Какие у нас еще варианты развития событий? Давайте посмотрим. Сюжетные линии. Получается, трофейная охота и охотник на зараженных. Там неподалеку находится очередная зона. И если я ее зачищу, то смогу спокойно перемещаться в Hot Springs. Давайте, наверное, ей и займемся прямо сейчас. И еще один момент мне интересен. Я там нашел какую-то хреновину. Камень, подожди, а где там, как его, ну вот эта вот штука, что такое стимулирующая микстура обучения? Для использования выберите категорию медицина в меню выживания. Стимулирующие микстуры частично восполняют запас силы, повышают скорость его восстановления. Стимулирующие микстуры можно улучшить при помощи навыка суперстимулятор. Все, я тебя понял. А что там по навыкам, секундочку? Нет, ни одного очка еще пока что. В таком случае, ребят, я поехал. Давайте, буду на месте, включусь. Такер, лагерь Hot Springs, вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки Мэрион Форкс. Дик, я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Hungry Jigs. Это блинная у Восточного моста. Ну да, блины и лесорубы. Знаю это. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты, главное, доставь девчонку ко мне. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки доставили. Может, тебе что-то пригодится. Буду иметь в виду. Конец связи. Ну а вот, ребята, я уже подъезжаю. Понятное дело, к чему. Правильно, к гнездам. Давайте начнем с первого. Вижу. Все, готов? Да что ж ты будешь делать? Все. Заберем сейчас шкуру. Пригодится. Еще нужно перезарядиться, конечно же. Беру. Вот так. Фу, я чую гнездо. Оно где-то здесь. Все, уходим. Потом, если что, я вернусь, посмотрю, что там. Это не так важно. По-моему, материалы здесь не исчезают. Особенно такие, которые, блин, редкие, по всей видимости.
Стоп! Господи, бедняга! Надеюсь, ты сам нарвался. Присядем. Давай. Где оно? Твою мать. Рядом где-то. Давай сразу. Рвем когти отсюда. И последнее, по идее, гнездо у нас впереди. Нравится? Ох, хорошо-то как протаранили. Эх. С ветерком прокатили девочку. Какой же, сука, я садист, боже. Такер, лагерь Hot Springs, вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки в Мэрион Форкс. Дикон, я тебе рассказала все, что знаю. Молодая девушка. Погоди. Ларсон видел ее у Hungry Jim's. Это блинная у Восточного моста. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такую. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты, главное, доставь девчонку ко мне. Нам тут на тех одни намады кое-какие пушки доставили. Может? Ага. 37% уже все стоять. Буду иметь в виду. Конец связи. О, тут еще у меня что есть, смотрите. Ха-ха, давайте развлекаться. Ха! Господи! Оу, хорошо, черт! Это было просто прекрасно, по-моему. Это было прекрасно. Я даже не знал, что у меня такая штука есть. И еще есть граната. Ух ты, етить, колотить, это серьезно, ребята. Вот такие вот материалы, видите, пепел гнезда. Вроде как эта штука очень полезная. А самодельный мачете, вот только странно, вот я уже не первый раз вижу, что здесь неправильные иконки у некоторых видов оружия. Возьмем. А, что еще у нас имеется? Ну, вроде здесь все, теперь можно ехать и выполнять задание, связанное с той девушкой. Почему нет? Захватим и его давайте. Слушайте, только знаете, что я еще предлагаю? Один момент, прежде чем я уеду, сейчас заберем сначала ушко. Или что у нас там, да? И давайте поднимемся на вышку и посмотрим, что же там у нас имеется. Уж очень интересно. Угу. И смотрите, у нас тут куча припасов. Пивная бутылка, тряпка, керосин. Там, получается, у нас еще лекарства. Лом есть. Но лома тоже много с собой таскать не дают. Ну и все, в принципе. То есть здесь просто были материалы. Ладно, сейчас быстренько гляну, куда ехать. Как далеко? Аж вот сюда, да? Здесь небезопасно. Хорошо. Я поехал в таком случае. Буду на месте, включусь. Так, ребят, я тут путешествовал. Смотрите, я просто ищу бензин. Это что за херня? Это типа гейзер из-под земли вырывается. Забавно. Я путешествую, просто у меня проблема возникла, короче, заканчивается бензин, а осталось буквально, видите, 5%, и я, ну, заезжаю на ближайшие там какие-то станции, какие-то там в домики заезжаю, смотрю, есть ли там канистра, но пока ничего не нашел, зато я нашел кое-что другое. А давайте я вам покажу на карте, где я сейчас нахожусь, да? Просто, опять же, может кому-то это интересно, я нашел еще одну херню какую-то, медведи, где информационный листок о медведях. Вот такая вот хрень. По-моему, это по идее там можно все прочитать. Как-нибудь потом, наверное, я этим займусь. А пока я что предлагаю? Я предлагаю ничего не делать. Я пока ничего не предлагаю. Я пошел дальше искать канистру с бензином, потому что, ну, реально ситуация говно. Я далеко не уеду просто с тем, что у меня сейчас имеется. Это прискорбно, конечно, но, блин, пока ничего не попадается. Ладно, ребят, буду искать дальше. Ну, как вы поняли, я на месте, да. Надо смотреться. Вон там что-то есть. Наверняка она. Видимо, здесь она набирает воду. Да, ты сюда приходишь каждый день, так ведь? Но ходишь ты аккуратно и надолго не задерживаешься. Молодец. Угу. Но она пошла куда-то в эту сторону. Потом наверх.
Следов, конечно, я не вижу, но пунктирная линия подсказывает, что мне нужно вот туда куда-то. По улицам не ходит, выбирается только ночью. Ночью тут фрики, зато ее труднее разглядеть. Что-то голоса какие-то странные. Мотоцикл? Долбаные упокоители, вы отсюда живыми не уйдете. Я тебе... Бинты. В бою вы можете получать тяжелые ранения. Чтобы восстановить здоровье, спрячьтесь в укрытии и используйте бинты или аптечки. Я говорю, я ее видела. Рассредоточьтесь, ищите. Где-то тут прячется девчонка. Все дома обыщите, чтобы во всех углах поглядели. Поняли меня? Ну так бегом. Так, по стелсу давайте решать проблему. Давайте по стелсу. Слышите звук? Там наверху фрикер просто, понятно. Знаешь, что мне еще интересно? Эту штуку можно разломать? Да. Ха-ха-ха, можно. Черт! Сука! Пипец тебе! Он живой? Как увеличить, интересно? Есть! Но он живой. Вон, вижу голову. Попал. Теперь давайте развлекаться. У меня есть 3 патрона на пистолет. Ты ищешь свободу. Он бежит от своей тени. Давай с другой стороны обойдем. Ой, блин, нажал случайно. Готов. Стоп. Там еще едут. Черт, беги. Давай сюда. Подожди, где еще один был придурок? Вижу. Ах, черт, косяк. Там вон эта мелочь, но она, по идее, ничего не мне не может сделать. Стоп. Давай, давай, наверх. Да что ж ты будешь делать? Перестань нажимать на эту кнопку. Палец соскакивает. И получается, я нажимаю постоянно на тачпад. Но это еще не все упокоители, там по-любому еще есть, да. Так, давай сюда. Давай! Ууу, хорошо было, хорошо, ребята. Патронов на пистолет нет, но можно, если что, использовать коктейли Молотова. Да ёпты, тихо стоять. Застрелили, застрелили. Да твою мать. Перезаряжайся быстрее, Дикон, ну. Блин, не попал, подходим. Прям в наглую херачим. Стоп. Возвращаюсь. Нужно прикрытие. Вон она. Твою мать. Беги. Черт, давай, 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 давай. Ух, там еще их до хрена. Дмитрий, перестань. Перестань так тупить, нужно аккуратных вышибать, я понял тебя. Быстрее, 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 быстрее.
У меня только один патрон, у меня вообще оружия почти нет, да? Ну есть еще снайперская винтовка. Вон, вижу. Есть? Вон еще один. Одна, точнее, была когда-то. Здрасте, ребятки, ловите. Ну и, по-моему, похер. Будет сложно убить их именно коктейлем молотова. Но у меня есть еще граната. Замечательная вещь. Поговаривают. Давайте проверим. Ну да. Черт, беги. Твою мать, серьезно? Блять, еще раз. Давай сделаем вот так. Готов? Ух ты, етить, колотить. Кто это у нас там такой интересный? А, да твою мать. Давай, давай, давай. Есть. А, да твою ж мать. Патрон, сука, концентрация быстро кончилась. Теперь давай сделаем вот так. Там вон еще двое. Да сколько можно, ребята? Прекращайте, прекращайте приезжать. Надо быть поаккуратнее. Давай вот так вот. Где ты прячешься, придурок? С другой стороны я. Есть. Но этот придурок что-то совсем. Он, видимо, решил покончить жизнь самоубийством. Оригинальным способом. Давай, наверное, все-таки я возьму здесь вот так вот. Вся закрыта наглухо. Как же она выбирается? Сейчас найдем, только я патроны соберу. Тебе уже не нужны. Воспользуемся другим оружием для разно... Стоп, 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 ты куда? Ты куда, Дмитрий, перестань. А это что? Погоди, вот так вот, перезаряжаемся. Как она входит? Давайте искать. Лестница, точно. Ох, что-то мне это напоминает. Привет, The Last of Us. Давай. Сейчас мы вот так поставим. Ну ладно, где ты прячешься? Что-то нихера не видать. Ты не пугайся, я тебя не трону. Ты одна? С тобой кто-нибудь есть? Ну, зашибись. Ладно. Это твоя комната? Классно тут у тебя. А это твое? Стойте! Лиза. Это мое! Это за гимнастику. Я бы взяла первое место, но миссис Кинг жульничала. Лиза, ты слышала выстрелы? Здесь опасно. Я была в школе, а мама позвонила и сказала, чтобы я сразу шла домой, и что они будут ждать меня здесь, что мы уедем вместе и... Я пришла, а тут записка, что они ушли с какими-то людьми. Я не знала, что делать. Я тут спряталась. Я не знала, что делать. Успокойся, тихо, тихо. Лиза, недалеко отсюда есть лагерь. Ты должна туда со мной пойти. Нет. Там есть люди, которых я знаю. Это, не буду врать, это трудовой лагерь. Чтобы есть, придется работать. Но хоть с голоду не умрешь. Что? Нет, я буду ждать маму здесь. Подожди, это твоя мама?
Домой она не пришла. Так? Ну, может быть, она в лагере? Мама? В том лагере? Ждет. Конечно, ждет. Ну, иди за мной. Люди с оружием. Они еще там? Нет, на этот счет не волнуйся. Вы их убили? О, нет, куча больных. Вот блин. Так, я тебя понял. Нам нужно добраться до мотоцикла. Мотоцикл я припарковал далековато. Ну пойдем со мной, она же за мной идет, правильно? Так, подожди, давай, может быть... Нет, я ничего лутать не буду по пути с девочкой. Это я уже потом как-нибудь сам сюда заеду. Вот, блин, стоп. Обходим с этой стороны в таком случае. Сейчас, тихо, 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 девочка. Сейчас все сделаем. Чё-то до хрена их здесь, должен признаться. С той стороны, с этой... А, стоп, я тебя понял. Я тебя понял. Куда она пошла? Она там осталась, что ли? А, она долго просто идет за мной, хорошо. Ну прям вот, блин, чуть-чуть буквально. Чего я там с пистолетом? У меня нет глушителя, понимаете, что самое херовое. Ладно, давай отвлечем. Вообще похер. Ха-ха-ха-ха. Ну, может, они меня не заметят? Я представлю, что я Гарри Поттер и использую мантию-невидимку. Давай. Нам надо идти. Ну все, огурцом вроде как. Трофей. Пока неплохо идем, должен признаться. Фу, ну вот. Да чтоб тебя, хер ли вы сюда приперлись? Где там мой мотоцикл? Где его? А, там уж вот там, блин. Давай, тихонечко по кустам. Вот сюда. Он меня видит, нет? Вроде нет, не заметили. Видимо, их в этот момент сделали куда более слепыми. Потому что, ну... Ёб твою мать, медведь! Ес... Охерительно! Очень вовремя, дружище. Тебя мне только, блядь, не хватало здесь. Да ну нахер, а. О, блин. Он меня заметил? Нет? Так, давай-ка мы, наверное, его подожжем ему пукан, так сказать. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Давай вот так, фугасную херню кинем в него. Бум, давай. Да, блядь, нихера. Все, убежал вроде, да? Вроде да. Сесть я не могу, пока, получается, медведь жив. Судя по всему, да. Ёб! Тихо, спокойно, дружок. Стоп. Ага, хрен там. А, предлагают вон что, я понял. Зажигательные боеприпасы. Все, короче, что горит. Все бросаем в этого засранца. Пора взрывать. Давай. Красотень. Серьезно? Ему похер. Ну что-то я заметил, там даже фрикеры его боятся. Черт. Вот это я вляпался. Давай сюда, говнарь, ну. Красота.
Берем канистру быстрее. Беги, беги, беги. Запас силы сяк, да ну ты брось. В такой момент. Стой. Тихо, медведь, спокойствие. Есть, 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 ребят, еще немного. Где-то нужно заныкаться, давай сюда быстрее. Так, спокойствие, Дмитрий, ты главное дыши. Сейчас бутылочку забираем. Че горит, есть метательное оружие. И вот так. Вот так. И вот так. Стоп, еще раз. Вот так. Но он вроде сам сгорит. Есть. Получилось, получилось. Это победа, товарищи. Подожди, сейчас пускай прогорит, и я тогда что сделаю? Я сниму шкуру, наверное. Его даже фрикеры боятся, этого медведя. Можно будет продать. Все, Лиза, погнали отсюда. Ладно, садись, надо уезжать. Я даже не знаю. Слушай меня, нам пора. Ладно. Эй, а как вас зовут? Дикон, меня зовут Дикон. Лиза, слушай, а как ты продержалась тут одна столько времени? Ты не очень разговорчива, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Ясно. Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Велнап Крейтер, Лава Флоу, Блэк Крейтер. Везде были. Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. Черт, в тоннеле кто-то есть. Что? Слушай меня, те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Да. Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу, поняла? Чё, это прям миссия насыщена событиями. Это люди! Ну ладно, шлюпки, приступим. Да, бежать его! Я ранена! Наших бьют! Так, берем. Чё там у нее плохо лежит? Эй, урод, мы так, погоди. У меня только есть коктейль Молотова. Вали его! Устроим его! Давай, бери, бери обрез. Есть? Выходи! Он там засел. Вперед! Беги. Заряжаю. Я тебя прикрою. Да сука твою мать. Да, за ним. Всем к нему. Не уйдем. Нему. Всем к нему. Второй горит, последний остался вроде как. Вроде как последний. О, нет. Потери! Черт возьми! Ну что ты будешь делать, дурочка? Ну что ты будешь делать? Хорошо. Лиза! Слышишь? Выходи, уже все! Я возьму оружие посерьезнее, но опять же, то есть что-то вот на калаш патронов вообще нет от слова совсем. Толком попользоваться не дают, видимо, намекают на то, чтобы я, шел и у торговца их покупал. Все-таки винтовки здесь гораздо лучше. Окей. Все, садимся, поехали отсюда. Давай, садись. Все нормально? Да, да. Я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Вот. Я задам тебе один вопрос, Лиза. И
пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну, там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет. Пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или... или они были в форме, как военные? Как военные. Но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Тишутское ополчение вроде, не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы запомнил. Томми? Томми Стрикленд, мой лучший друг. Но он ушел, спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я... Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода, оружие. Все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой, но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Что-то этот совет уже 20 раз выскочил. Блин, он достал уже. Ну вот, приехали. Ты только держись рядом. Хорошо. Все, вот мы и на месте, наконец-таки, в безопасной зоне. Эй, кто у нас тут? Миссис Такер! О, господи! Лиза, милая! А, не бойся, теперь ты дома. Мама с папой, все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, все заболели. Ничего, теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Элкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней... Не надо, я сама разберусь. Не послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик. Много больных. Угу. Hot Springs, получается, уже первый уровень доверия, но пушки будут продавать нормальные только со второго уровня, так что ты в безопасности 20%. Задача. Лиза напомнила мне младшую сестренку Сары. Я не допущу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Хорошо. Что хотелось бы сказать. После патча, что поправили? Все-таки, да, ребята, могу с уверенностью сказать, что, скажем так, фризы не такие жесткие, как были до патча. До такого падения просто не было. Но сегодня мы столкнулись, конечно, вот с какими-то багами. У нас вот совет по выживанию уже 20 раз выскакивает. Искусственный интеллект моментами себя очень странно ведет, да. Ну и схватка с медведем была крайне такой посредственной. Но сам по себе задумка-то интересна, то есть там зверь, его там просто пулями не возьмешь. Вот, и поэтому нужно использовать все, что горит, да, там взрывать что-то и так далее. Но реализовано крайне так себе, очень так себе. Так что посмотрим, что будет дальше. По крайней мере, пока сюжетно интересно. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Кроме того, не забывайте подписываться на канал. На Telegram, Twitter, Facebook, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал, там выкладываются записи трансляций. Если вы их пропустили, а на сегодня все. Всем спасибо, всем пока.